Сотрудники МВД на пропускном пункте «Артезианский» обнаружили в рейсовом автобусе посылку с сильнодействующими веществами. Водитель транспорта пояснил, что неизвестные попросили передать данную посылку из города Котельники Московской области в Хасавюрт. Отмечу, что в настоящее время проводится следствие для установления лиц, причастных к преступлению. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является сильнодействующими веществами, запрещенными к свободному обороту, препараты «Лирика» и «Тропикамид», общей массой около 6400 граммов. Следственным отделом ОМВД России по Тарумовскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».